Арма, көрермен, еліміздегі төтенше жағдайға байланысты облыстағы ауқымды істер жалғасын табуда. Осы жағдайаттардың бір парасымен бөлісу үшін ақпараттық алаңымызға Қарағанды облысының әкімі Женіс Махмудұлы Қасымбек мырзаның өзі келіп қатысып отыр. Здравствуйте, уважаемые карагандинцы! Существует множество вопросов в связи с чрезвычайным положением в области. Мы планируем ответить на самые актуальные из них. У нас в гостях аким Карагандинской области Женіс Махмудұлы Қасымбек. Женіс Махмудұлы, ақпараттық алаңымызға қош келдіңіз. Сөз өзіңізде. Құрметті облыс тұрғындары, өздеріңіз білетіндей, бүгін коронавирустық инфекцияның таралуын болдырмау мақсатында облыстың 5 қаласы, атап айтқанда Қарағанды, Саран, Шахтинск, Абай және Теміртау қалаларында жекелеген шектеу шаралары бар карантин режимі енгізілетін болады. Осы шектеулер туралы қысқаша айтып өтуге рұқсат етіңіз, және содан кейін мен барлық сұрақтарға жауап беруге дайын боламын. 30 наурыздан бастап аталған 5 қаланың тұрғындарына көшеде отбасы мүшелерінен басқа 3 адам артық жиналуға тыйым салынады. Азық түлік, дәрі-дәрмек, банк қызметтерін сатып алу және жұмысқа бару қажеттілігін қоспағанда азаматтардың үйден шығуға шектеу қойылады. Сондай-ақ 65 жастан асқан адамдарға далаға шықпауға кеңес береміз. Кәмелетке толмағандарға үйден жалғыз шығуға тыйым салынады. Сондай-ақ ерекше өкімге дейін барлық қоғамдық орындар жабылатын болады. Олардың қатарына саябақтар, балалардың ойын және спорт алаңдары, басқа да осындай алаңдар кіреді. Бизнес орталықтар сағат 10-нан 3-ке дейін жұмыс істейтін болады. Дәмханалар және мейрамханалар тағамдарды жеткізу режиміне ғана жұмыс істейтін болады. Барлық азық-түліктік емес дүкендер және меншік және мемлекеттік балабақшалар, сұлулық салондары, қоғамдық моншалар және басқа да қызмет көрсету мекемелері жұмыстарын тоқтатады. 2 сәуір күні сағат 00-ден бастап адамдардың қалалардың карантиндік аймағынан кіріп шығуына тыйым салынады. Сондай-ақ авто және теміржол вокзалдарының, әуежайдың және қоғамдық көліктің жұмысына шектеу қойылып, карантиндік аймақты толық қоршау қамтамасыз етілген жағдайда бұл туралы халық алдын ала хабардар етілетін болады. Жалпы алғанда халықтың ақпараттандыру күн сайын жедел брифингтерді өткізу, облыстық бұқаралық ақпарат құралдарына және әлеуметтік желілеріне ақпарат жариялау арқылы іске асырылатын болады. Құрметті облыс тұрғындары, тыныштық және белгіленген карантин режимін сақтауды сұраймыз. Біздің дағдылы өмір салтына оралуымыз тікелей өзімізге байланысты. Жауапты мемлекет органдары жағдайды толық бақылауда, қажетті шараларды барлық жедел түрде қабылданады. Уважаемые жители области, с сегодняшнего дня в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в 5 городах нашей области, в Караганде, Саране, Шахтинске, Абае, Темиртау, введен режим карантина с отдельными ограничительными мерами. Разрешите коротко сказать об этих ограничениях, позже я отвечу на вопросы. Начиная с 30 марта жителям 5 перечисленных городов запрещено собираться на улице группами более 3 человек, за исключением членов семьи. Ограничивается выход граждан из домов, за исключением приобретения продуктов, лекарств, банковских услуг и выхода на работу. Людям старше 65 лет не рекомендуется выходить на улицу. Несовершеннолетним запрещается покидать дома без сопровождения взрослых. До особого распоряжения будут закрыты все общественные места, парки, скверы, детские игровые и спортивные площадки. Бизнес-центры будут работать с 10 утра до 3 часов дня. Кафе и рестораны будут работать лишь в режиме доставки. Прекратят работу все непродовольственные магазины, частные государственные детские сады, салоны красоты, общественные бани, сауны и прочие заведения по оказанию услуг. С 0 часов 2 апреля будет запрещен въезд и выезд людей в карантинную зону городов и из них. Также сообщаю, что при ограничении работы авто, железнодорожных вокзалов, аэропорта и общественного транспорта, обеспечении полного оцепления карантинной зоны, население будет проинформировано заблаговременно. Уважаемые жители области, прошу сохранять спокойствие, соблюдать установленный режим карантина. От этого зависит, как скоро мы вернемся к привычному образу жизни. Ответственные государственные органы держат ситуацию на контроле. Необходимые меры принимаются в оперативном порядке. Пожалуйста, перейдем к вопросам. Сколько на сегодняшний день подтверждено заболевших коронавирусом в Караганде? На сегодняшний день у нас
с учетом сегодняшнего дня получается 13 инфицированных. На сегодняшнее утро было 7 инфицированных, плюс вот буквально недавно подтвердились анализы еще по 6 инфицированным. Все это сегодняшние подтвержденные, это студенты, которые прилетели к нам 18 числа рейсом Минск-Караганда. Следующий вопрос. Ксения Бескоровайна, деловое издание «Курсив». Журналиста интересуют экономические резервы, то есть какие проводились ли соответствующие расчеты, какой ущерб экономике региона нанесет карантин? Важный вопрос, потому что действительно текущая ситуация с карантином плюс снижение цен на основные экспортные позиции предприятий Карагандинской области в мире скажутся на экономическую ситуацию в регионе. Мы стараемся просчитать. Буквально час назад я встречался с руководителями крупнейших предприятий региона, такими как Казахмыс, Жайремский ГОК, Кастинг и так далее. Мы с ними подписали сегодня трехсторонние меморандумы, предприятия, профсоюзы, и мы на предмет того, что не будут сокращаться рабочие места. По крайней мере, мы сегодня подписали почти 160 различных предприятий, это и акимы районов с ними подписали, это мы говорим о 75 тысячах рабочих мест. Эту работу мы проводим сегодня и с Арселором, с рядом других крупных предприятий региона в течение месяца, я думаю, мы подпишем соответствующие меморандумы и с ними. То есть предприятие гарантирует, что в период карантина, в период чрезвычайного положения сокращение рабочего персонала и снижение уровня заработной платы не будет по этим предприятиям. Эти предприятия сегодня дают почти 51% экономики нашей области. Если говорить о малом среднем бизнесе, который сегодня составляет 18%, по нему оказывается соответствующая поддержка со стороны государства, правительства. Вы знаете, по поручению президента принято 2 пакета мер, направленных на поддержку именно этого сегмента экономики. Через льготное кредитование, через реализацию ряда крупных льготных правительственных программ по льготному кредитованию этого бизнеса. Плюс будут по ним приняты отдельные решения, уже приняты по каникулам, по налогообложению в этот период. То есть принимаются меры по МСБ. Карантин шараларына байланысты облыс қазынасына қанша қаражат түсті? Көрерменнің есіне сала кетесіз ба? Облыстық бюджеттен 2 миллиард 600 миллион теңге бөлдік. Демек, қажетті құралдарға жұмсалып жатыр ғой? Қажетті құралдар сатылып алып жатыр. Орталықта ол құралдар бізге келіп жатыр апта сайын. Ұмытпасақ, осы облыста қоғамдық қор құрылды. Ол қордың есебін біз жақын арада тыңдай аламыз ба? Қаншама қаражат? Иә, біз апта сайын есеп беруге дайынбыз. Осы қордың қаражаты бойынша ол қорға қаражат енді-енді түсе бастады. Осы аптаның басында жалпы 118 миллион теңге түсті. Апта сайын есепті беруге дайынбыз біз. Спасибо. Анна Строкова, информационный портал Е-Караганда, интересуется, может ли карантин повлечь за собой комендантский час? Такого вопроса вообще нету. Никто не предполагает введение комендантского часа. Ирина Московка, общественно-политическая газета «Время», «Тайм.кз», много вопросов, позвольте процитировать, в личке от знакомых по отсрочкам кредитов и еще по наполняемости банкоматов в период карантина. Ну, правильный вопрос. Все филиалы банка второго уровня, работающие в Карагандинской области, сегодня как раз этим вопросом занимаются под контролем у Национального банка. Мы также, местные органы власти, этот вопрос контролируем. Планируется отсрочить на период карантина все выплаты по пеням, штрафам и по основному долгу по ранее выданным кредитам. Второй вопрос по наполняемости банкоматов. Нацбанк гарантирует, что банкоматы будут обеспечены необходимым наполнением. Ерлан Аджитенова интересует ваше личное мнение. Он утверждает, что Караганда со спутниками слишком тесно связана, может одну большую карантинную зону создать? Ну, мы именно об этом говорим. Почему мы 5 городов ввели в зону карантина? Мы закрываемся по периметру. Еще раз повторяюсь, со 2 апреля 5 городов Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтинск-Абай будут закрыты по периметру на въезд и выезд. Внутри, между этими городами, с учетом большой трудовой миграции, проезд будет разрешен. Жалпы мына карантин аймағы 5 қаланың ішінде болады. Мына 5 қалаға енді 2 сәуірден бастап автомобильмен жаяуыма кіре алмайсыз және шыға алмайсыз. Мысалы, Теміртаудан Қарағандыға келуге болады.
басқа қалаларға карантин аймағының ішінде ешқандай кедергі жоқ жылжуға. Поступает вопрос по транспорту. Как будет решаться вопрос с транспортом в часы пик? Люди жалуются, в частности, в Темиртау, что едут утром на работу в набитых автобусах, тем более никакие маски, говорят, не спасут. Ну, эта ситуация будет меняться сейчас. Во-первых, с учетом того, что с сегодняшнего дня практически объекты сервиса, потом непродовольственные торговые точки, все уже закрыты и в Темиртау, и в Караганде. Соответственно, пассажиропоток будет уменьшаться. И уже сегодня, я знаю, по итогам сегодняшнего дня, он вот в обед спрашивал у двух акимов, поток снижается. Кроме того, с руководством предприятия сейчас ведем переговоры на предмет того, что своих работников они будут возить системно, централизованно, своим транспортом. Жалпы полицейлер жұмысты қалай істейді? Мысалға, екі адамды көрді, олардың, мысалға, жұмысқа баруын дәлелдеу қажет бола ма? Жоқ, қандай жағдайда? Қазір жалпы полицияда техника бар ғой. Бір 5-10 минуттың ішінде бәрін ақпарат қолдарында болады. Қай жерде, мысалы, мына азамат тұрады, оның мекен жай қай жер, сондықтан түсінікті болады. Мысалы, ол Майқұдықта тұратын болса, мына қаланың орталығында магазинге бара алмайды ғой, дүкенге. Сондықтан бірінші рет осы аптаның ішінде тек қана түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Сол кісілермен арғарай келесі аптан дүйсенбеден бастап мына айыппұлды төлейтін болады бәрі. Коллега Олег Гусев, Атамекен Бизнес, задает вопрос по подрядчикам АМТ. Что с ними в итоге решили? Можете прокомментировать ситуацию с подрядчиками? Они уже говорят, что им зарплата не светит. Конкретно не коронавирус, а текущая ситуация в международной экономике, снижение цен на основные наши экспортные продукции, в том числе на металлы, которые производит ArcelorMittal Темиртау, снижение спроса и стоимости влияет, конечно, на объемы работ. И сегодня Арселор будет вкладывать все те деньги, которые планировал в этот период вложить в инвестиции в основной капитал, в основном на поддержание производства, на заработную плату, выплату социальных, других вещей. Поэтому, конечно, раз инвестиционная работа сокращается на этот период, ряд работ не будет выполнено, и, конечно, ряд субподрядных организаций не сможет заниматься этой работой совместно с Арселором. Но мы конкретно разговариваем, мы знаем конкретное количество людей, которые работают на субподряде в ArcelorMittal Темиртау. Поэтому, я думаю, в течение недели я смогу вам озвучить примерно, какие работы будут сохранены, по каким будет определенный вот на ближайший месяц, два, три заморозка. Спасибо, Анастасия Багрова, портал «Ротель». Интересуется по поводу САП-фонда, сколько там продуктов, а можете привести некие цифры? Ну, более 70 тысяч у нас продуктов питания в целом в области, в том числе это и продукция, которая находится в САП-фонде, продукция, которая находится на складах крупных оптовых компаний, плюс продукция, которая находится на складах самих магазинов, мелкая опт, мелкая розница и так далее. Этой продукции достаточно, например, для жизнедеятельности области в течение более чем на месяц. 72 тысячи тонн различной пищевой продукции. При этом хочу заверить всех карагандинцев, что ежедневно идут поставки продуктов питания в Карагандинскую область, в различные города. То есть, в принципе, фактически динамики отрицательной нету. Сколько приходило в сутки, предположим, там крупы или другой продукции, столько и приходит ежедневно в Карагандинскую область. Конечно, был определенный ажиотаж, когда было объявлено о текущей ситуации и о введении там режима, чрезвычайного положения, сейчас вот карантин. Вчера мы видели в течение 2-3 часов определенный ажиотаж в крупных торговых сетях, но потом уже ситуация успокоилась. Хочу граждан заверить, необходимые объемы продовольственных товаров в Карагандинской области есть, запасов больше, чем на месяц. При этом идет ежедневное поступление в рамках нормальной практики, которая была еще до введения этого режима. То есть никаких угроз нету. По ценам хочу добавить. Есть вопросы, что на почве вот текущей ситуации некоторые, особенно мелко розничные точки продажи продовольствия начали вести некоторый необоснованный рост стоимости этой продукции. Мы за этим очень жестко будем следить. Есть, конечно, вопросы большие, такие как, например, сахар или гречка.
У самих производителей есть проблема. Например, стоимость сахара и в России выросла, и во всех регионах по Казахстану. Но мы стараемся максимально через ТАП-фонд делать интервенции, чтобы стоимость сильно не повышали. Такая же работа ведется по всем видам социально значимых продуктов питания. И в 10 утра ежедневно, заслушивая эту информацию, мы принимаем решение интервенции или не интервенции со стабфонда по этим видам продукции. Көпшілікті Қарағанды облысындағы әлеуметтік аз қамтылған бөлікке мынау азық-түлік қоржыны қалай таратылады, осы мәселе қалай ұйымдастырылады деген сұрақ толғандырып жүр, осыған жауап бере кетсеңіз. Жалпы ол белгілі мәселе. Бұл жұмыспен жергілікті әкімшіліктер айналысатын болады. Мысалы, Қарағанды бойынша бізде 4000-нан астам осындай отбасылар бар. Соларға мына Қарағанды қаласының әкімшілігі арқылы осындай мына әлеуметтік көмек көрсетілетін болады. Ешқандай проблема, ешқандай үлкен бір мәселе жоқ ол жағдайда. Керек болса, мына қаланың әкімшілігі осы жағдай бойынша арнайы бір ақпаратты береді бәріне. Ешқандай мәселе қазір жоқ. Жақсы, рахмет. Ксения Воронина, Спутник Казахстан, Астана. Позвольте процитировать. В Караганде подъезд дома закрыли на карантин, на замок, буквально. Насколько правомерна такая мера, на основании какого закона, если можете указать? Ну, я могу сказать, конечно, коллеги, наверное, где-то, если можно так сказать, переборщили. Акимат района совместно с КСК, конечно, возможно, не должны были так поступать. Соответствующее поручение им дано, они убрали все это. Но на тот период, хочу сказать, что несколько квартир, и жители этих квартир, пытались выйти за пределы этого подъезда, нарушить карантинный режим. Они обязаны в период домашнего карантина находиться дома. Два раза в сутки туда должен приходить врач, и дежурный полицейский должен был обеспечивать, чтобы они не вышли. Но было определенное непонимание от нескольких квартир и людей, которые жили. Были попытки выйти и так далее. Поэтому, видимо, КСК и местный акимат района приняли такое решение, но сейчас этого нету, просто мы будем усиленно совместно с полицией этот вопрос контролировать. На будущее хочу сказать, что это не повторится. Чанар Сердалина, Best News KZ, город Астана. Сколько авиарейсов, с каким количеством пассажиров из зарубежных стран планирует принять Караганде в ближайшие дни? Таких планов по приему сейчас каких-то дополнительных рейсов у нас нету. Мы приняли до этого два рейса. Первый – это Минск-Караганда, 67 пассажиров. И второй рейс – это Варшава-Караганда, 207 рейсов. Медициналық маска мәселесі әлі күн тәртібінде. Осы мерзімде біздің дәріханаларымызда маска жеткілікті ме? Бұл өте күрделі мәселе. Жалпы соңғы екі аптаның ішінде 1 миллион маска сатылып алды. Ол өзіміздің дәріханалар арқылы сатылды халыққа. Оған қосымша күнде өзіміз Қарағанды облысында 40 мың масканы өздеріміз тігеміз. Ол да әлеуметтік дәріханаларға күнде беріледі, ауруханаларға, әлеуметтік дәріханаларға. Бірақ ол жеткілікті емес, оны бәріміз түсініп отырмыз. Қазіргі күні біз қосымша 2 миллион маска сатып аламыз деп жоспарлап отырмыз келе жатқан 1-2 аптаның ішінде. Кеңіс Махмудұлы, тағы бірер сұрақ. Осы Қарағанды қаласына жақын орналасқан ауылдардың тұрғындары, өздерінде кейбір ауылдарда дүкендер болмайды. Сондай жағдайлармен, сондай сауалдармен Қарағанды қаласына өтіп, азық-түлік алуына құқығы бар ғой? 2 сәуірден бастап жалпы 5 қала толығымен жабылатын болады. Ешкім кіре алмайды, ешкім шыға алмайды. Енді олар өздері қалаға кіре алмайды. Біз арнайы әкімшіліктермен сол мысалы Бұқар жырау ауданы бар, Абай ауданының тұрғындары, олар қалаға келіп азық-түлік алатын. Енді сол әкімшіліктермен бірге жұмыс істеп, қазір ол мәселені шешетін боламыз. Өздеріміз апарамыз енді сол ауылдардың дүкендеріне. Көп рахмет. Енді осы орайда пайдаланып облыс тұрғындарына айтар толықтыруларыңыз болса? Белгіленген тәртіп бар. Карантин кезінде қалай өмір сүру керек, қалай далаға шығуға бола ма, болмай ма, балалармен қалай жұмыс істеу керек, басқасы да. Соны сол тәртіппен енді келе жатқан мерзімді өмір сүру керек. Түсініксіз мәселелер болса, сұрақтарды бере беріңіз. Біз күнде брифинг режиммен сол сұрақтарға жауап беруге дайын боламыз. В целом хочу сказать, что в принципе правила
каким образом вести себя в период карантина, они достаточно четко определены. Соблюдение этих правил даст нам возможность в максимально короткие сроки из этой ситуации выйти. Спасибо большое. Уважаемые зрители, на этом данный информационный выпуск завершен. Мы благодарим вас за внимание. До скорой встречи. Аталған ақпараттық жұмысымыз осымен аяқталды. Құрметті көрермен, өздеріңізді толғандырған сауалдарға күн сайын уәкілетті орган өкілдері келіп жауап беретін болады. Дендеріңіз сау болсын. Көріскенше, күн жақсы.